Прямо сейчас вас ждет наша традиционная рубрика «Народные новости». Что нового произошло у жителей города, узнала наша съемочная группа. Я приехала на один день из Пензы в Саратов, и мне очень понравилась Волга. Очень скоро мне предстоит поездка, переезд на Мальту, скорее всего. А сейчас я занимаюсь оформлением визы. Я ездила в Геленджик, отлично там отдохнула у парня на яхте «Алые паруса». Мне безумно понравилось. Я этим летом отдыхала в Геленджике и очень понравилось в основном набережная только. Так город маленький. Я взяла первый раз этот велосипед на прокат, и мы сейчас первый раз на нем катаемся. У меня 13 июня родилась внучка Кристина Сергеевна маленькая.